Всем привет, с вами Олег, и сегодня будем играть игру Битву замков. Сегодня у нас планы такие: откроем три легендарных карточки, две редких акционных и одну обычную. Одна карточка будет на моем основном аккаунте, одна будет на аккаунте Дани. Ну так вот. Еще на аккаунте Дани будем проходить волну и попробуем что-то делать на турнире героев. Вот так вот. Давайте-то начнем с карточек. Вот. Есть. Откроем обычную. Откроем легендарную. Карта легендарного героя. Акция. С ней уже патит покруче герои. Здесь выпадет череп. Очень бы хорошая идея бы была. Используем обычную. Опа, опять кристекла. Второй раз уже падает. Неплохо. Будет на эволюцию идти уже. И карта легендарного героя. Оп. Кэнди. Опять. Серьезно. Окей, тогда сразу их двух откроем. И уже есть на этом аккаунте. Мы посмотрим, с каких они талантов родились. Возможно, это так вот. Ну-ка. Нет, это было бы слишком слияет, еще бы с пятой лимка упала. Это то же самое. Ну чё, они пойдут два на силу качать. Теперь у него есть для тыквы и для нее повторки на эволюцию. Еще одну карточку откроем на моем аккаунте, но это уже давайте в конце видео. А так попробуем пройти волну И. Не думаю, что пройду, думаю, И3 пройду, а И4 нет. Давайте ускорим на X2. Вот ломают. Гаргул подошел. Гаргул помогает. Гаргул включается и так далее. Уже тыкву потеряли, раз она жила. Мощно. Покрыл сразу. Включился. И Гаргулу убили, значит не придем. Осталось Кэнди и ведьма. Не, не придем, нет. Да. Слишком жестко. Нужно какую-то расстановку тогда делать. Чтобы уже и пройти. Либо подкачать как-то героев. Ладно, попробуем что-то на турнир сделать. Ну, первый турнир, понятно, пройдем. Оп-оп. Их 4 тогда сразу покладем. Снудило. Пойти, начать, друид. Пупу. Друид уже 40-й. Все это будет трудно. Мы все равно справились. И третий, думаю, нет, Купидона точно не пройдем. Он слишком жесткий. Покрома, возможно. Если не дадут зарядиться много раз. Понятное дело, не дали ему зарядиться. Из тыква точно не пройдем. Ниндзя пройдем. Ниндзяки побежали. Все, возможно, не пройдем, если там ультанут, да. Ультанули и все. Что-то еще сделали. Своим остров. Окей, понятно. Тогда давайте, короче, на пропуска сделаем что-то. Хоть хотя бы прокачаем вот 1, 2, 3. Силу. Оп. Опа, сила поднялась. И же все. Да. Тогда давайте просто пропустим, чтобы получить КГшки.
Здесь получили. Вот, еще откроем яйцо, либо получим яйцо. Получить два яйца. Голубое и синее. Ой, между зеленое и голубое яйцо. Оп-оп. Где я, кстати, получил эту карточку легендарную, специальную, типа акционную. Заходим сюда, и сегодня у нас, видите, есть набор одного самоцвета. То есть за один самоцвет можно купить вот эту карточку. На русском сервере это очень редко, допустим, на китайском или в каком-то еще. Их карточки раздают направо и налево. Просто так, а здесь очень редко. Окей, давайте зайдем на мой аккаунт. Также покажу, как я прокачал своего хрона по-быстренькому. Своего суперского хрона. С пятой ремкой. Со старта. До сих пор этому не верю. Окей, давайте еще откроем яйца. Посмотрим, что на моем аккаунте выпадет из той карты. Если выпадет оттуда капитан Дрейк, третий недостающий герой. А я уже здесь забрал точно. Заходим войти. Прям самики. Вот. Хочу сюда либо каркула, либо черепа. Хотя череп у меня есть повторки. Ну и кэнди точно не хочу, хотя у меня ее нету здесь. Окей, давайте откроем. И князь тыква. Не знаю, были у меня. Нету. Не, нет, у меня нету повторок князя. Вот, это первая повторка князя. Посмотрим, с чем она выпала. Кстати, с пятым берсеркером. Вот место на четвертом стоит. Стойкостью 1.8. Сколько мне еще осталось? Не сильно много места осталось. Получил три редких легендарки за раз. Хрон, тыква и еще один укротитель. Вот видите, она с римкой с один, она с римкой с один, ты сразу с пяти выпал. Нормально. Я тех двух качаешь для силы. И все. Сколько видео? 7 минут. Не хочу делать слишком долгое видео. Какой-то даже скучненький летсплей получается. Давайте уж толку королевскую битву зайдем на моем аккаунте. Посмотрим, что как там. Так, возможно, демон выпадет. Сокровищница. Открываю обычно по 3, знаю, невыгодно, но. Хотя вот, выгодно стало. Давайте откроем, что здесь, что ли. Оп-оп. Редкий резчик рун. Не знаю, дай мне отражалку. О, бас, так и нормально. Дай мне отражалку. Ты даешь отражалку? Не даешь скорость. Римку. Нет. Вот эти вот руны должны стоять у меня на хранителе. Кстати, давайте хранителю все же. А, я забыл хранителя вкачать на просвет. Вот мой хранитель. Пока что 4.10, почти 5.10. Пятая ремка. И руны сейчас скачаем. Во. Полетела сила. Можешь уже класть третьи. Вторые. Нет. Руны 32 уровня пока что. Ну понятно, еще нужно вкачать его. И посмотрим. Ну окей, на этом думаю все. Записывал видео по одной причине, потому что открылась карточки и, возможно, что-то бы выпало на аккаунте. Да, не выпало два раза подряд кэнди с той карточки
и два раза подряд с обычной карточки Книстыква. И мне тоже выпал Книстыква, но с легендарной той карточки. Не знаю, хорошо у меня теперь есть повторка для тыквы. Да, достаточно хорошо, халявная повторка для тыквы. Ну окей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте натиснуть на колокольчик. И всем удачи, всем пока.